Я Гадяни, но мне по... Как мне по сука? База, нахуеет, на... Сядь за руль. Начнется какая-то хуйня, блядь. Он 100% въебется, я уверен. Сейчас он развернется, этот сядь за руль. А, бро, пупу. Назик, садись. Назик, тапочку дашь? Сейчас Назик, еб... дай в тапку, пупу. Назад. Не, я буду тут. Назад. Выжимай сцепление и по чуть-чуть даешь газа. Вась, ебать, долбоёб. Ебать, в тачку въебал, долбоёб. Взял, въебал в тачку. Ебать, дебил, нахуй, Назар. Ебать, Назар, дебил, блядь, вот долбоёб. Дебил, нахуй. Ты дебил, ну Назар. Шо, похуй. Ты на бабки попал, Назар. На большие бабки. Я выкупаю, знаю, где буду. Накатался, Назар? А что смешно? Пизда. Я Горобець. Все, можна говорити, так? Да, говори. Я Горобець Назар Володимирович. 2003 року народження. 12-11. Я долбойоб. Чисто з того, що я сел за этот ебаний руль і створив таку хуйню. Мені дуже стидно. І я всі карми, всі діла, що треба, буду справляти діла. І все. Мені дуже стидно, то, що ви там на передовой, а я тут сижу, как уёбище ебаное, извините за матюги, конечно, как уёбище ебаное, тут бухаю, гуляю, и по факту, чё, такую хуйню твою, мне за это очень стыдно. Ты обещаешь, типа, перестать бухать и пойти заниматься полезным чем-то? Я обещаю, я вернусь обратно к работе своей, обратно, и всё. Я выбрался на один выходной, встретился с товарищем, он вернулся с Західної України. Мы встретились, выпили, он уехал, прислал это, херня дальше. Мне за это очень стыдно теперь. И не то, что там вот просто там страшно, то. На самом-то деле очень стыдно за это все. И я готов за это наказание понести. Будем надеяться, что ты говоришь искренне. Я искренне говорю, ребята, мне очень стыдно за это. Очень. И как бы там окопы копать, что-то такое, я готов. Все, понял. Вася, не забрось! Мужчина! Документы! Слева, давай, едь слева! Едь, езжай! Документы где, мужчина? Имя, фамилия? Поды Владимир Алексеевич, 11.09.2002 год. Извиняюсь за своего товарища и за себя, что совершили такое вот, можно сказать, преступление. Обещаешь, что перестанешь бухать и будешь заниматься полезным чем-то для страны, для нашей победы? Тут обещаний мало, тут надо доказать. Ну смотри, мы знаем, где ты живешь, будем за тобой следить. Вот. Мне уже сказали, что приедут за мной. И не забрать меня. Посмотри, то есть... Мне угрожали. То главное самое, чтобы ты искренне понял свою ошибку и в чем эта ошибка. Это самое главное. И чтобы перестал бухать. Потому что бухло, оно просто съедает разум. Ну, это понятное дело. Но ты же там был рядом, ты бы мог остановить, правильно? Мы не знали, что он был выпивший. Я не знал. Ну, это было видно. Но я же говорю, что главное, чтобы ты понял. Я был выпивший, а я не знал, что он был выпивший. Главное, чтобы ты понял, и до войны, в чем твоя ошибка. До войны человек говорил, что должен в течение месяца получить уже права. А в итоге оказалось, что их нет. Все, понял.